В церквях в сочельник проходит традиционное праздничное богослужение. В Киево-Печерской лавре сегодня проводят всенощное бдение, а завтра утром будет божественная литургия. Предрождественский вечер украинцы встречают традиционно в кругу семьи за праздничным столом. Ждут появления первой звезды, которая символизирует рождение Христа. А после начинают праздничный ужин с кутьи. Обычно это вареная пшеница с медом, маком и орехами. Мы все сегодня в ожидании великого свята, Різдва по плоти Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. По традиции церковной, это день посту. Дозволяется только под конец дня, когда появится зірка, есть пісну їжу. Мы станем единым телом Христом, мы станем единой православной семьей, яка буде молитися за найголовніше, чим ми тепер переживаємо. І наші основні молитви в це свято – це насамперед про мир в нашій батьківщині, щоб на сході України закінчилася війна.